Глава Чувашии встретился с представителем Международной ассоциации участников космической деятельности. Обсуждались вопросы налаживания двухстороннего сотрудничества в сфере экономики, образования, культуры и медицины. Президент Международной ассоциации участников космической деятельности Виктор Кривопусков рассказал о развитии ракетно-космической отрасли в стране. Михаил Игнатьев отметил, что для Чувашии, в которой родились и выросли известные на весь мир покорители космоса, и которая тесно связана с отечественной космонавтикой, сотрудничество в предлагаемой области имеет особое значение. Мы сейчас реализовываем проект, который по решению правительства и президента прошлый, это «Моногород», Канаш. Там территория у нас индустриального парка, где льготные условия по налогам на прибыль первые 5 лет буквально 5%. Отчисление от фонда заработной платы 7%. И сейчас Новочебоксарск, это рядом с городом Чебоксар, здесь получается 25 тысяч населения, мы хотим территорию опережающей социально-экономического развития по новой войти. Там земель сельхозназначения мы выделили для того, чтобы агломерацию создать, где мы можем там с вами вместе научной деятельностью заниматься. Мы должны оценить все эти предложения.